шкаф. Мак. Дайте шкаф. Вы слышите? Потому что нет, я шкаф, на балконе, дайте. Допустим, я бью первый раз. Вот поэтому по привычке встал. Я бью всегда на 10. Локи, вы чё, ёбаный в рот, глухие, говорю, шкаф дайте. Просто печеньки не помогают. Я 5 раз сказал в Discord, шкаф, шкаф, мне кого-то не слышит, блядь. Знаешь что? Тут походу надо мир поставить. Фул ребаф, пожалуйста. Чтобы каждый сами мир вытаскивал. Будет кинь на кого-нибудь ассиста, у кого старый ДБР. Заебал. Блять, проверяю, чтоб все работало. Чтоб вот по-моему не выебывались на форы. А пропиши ДБМ вверх в чат. У аутизма старый ДБМ. А ДБУ метки здесь мне поставить. Сессию обновите. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Сакру отдал. Лед заберите кого. Квадрат, беги, блять. Отойдите. Все нормально. Справа. Лед заберите. Пиздец, блядь. Справа близко. Ну чё вы ловите, ёбаные волки? Шаман захилила через цель, ну. Блять, его как умрёт. Один арестный? Да. Да уйна, по-моему, холодно. Дал гимна, мама. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Беги, малышка, беги. Сакру, да. Так, продавал. Лед отдал. Забирайте лед. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет.
Ну отойди, чё ты к нему подходишь, ты не видишь, что ли, блядь? Метка. По-моему, лок. Сейчас скажу, не вижу ник. Да. А у нас следующие притяжки сдохнут, он всегда на грани. На притяжке дам сакру. Ого. Лед свободен. Лед заберите у кого есть мастера ура паладина. Взял спаню. Не заебали эти стаки. Как взлетки? Я отдал. Отдайте третью ауру. Смотри, сейчас так, второго дам. Умрет. Брат, беги, блядь. Не выносите глубоко туда, к боссу. Кто пишет ПМ, нет. Фаза. Кекси влево, влево. Да. Паладин дал умер. Геро, Геро. Гимна ХП. Гимна ХП. Забрал. Поднимите танк, пожалуйста. Я сдохну, да. Я кровь отдал на хил, поэтому бабл. Рейд проседал. Сейчас я за звездой скину. Ну куда? Не через звезду же. Танка, ну. Сокро отдал. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? 4 хила, блядь, освобожден. Ты вообще великий не стак. Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая. 5 хилов. Это пиздец. Забрал. Да пиздец, как нубы нахуй. Забрал Войд. Че, может уже будем убивать, нет? Рано, ДПС не миллионов.
А можем... Добра. Отойдите, отойдите. Сакру отдам. Неким 10, некому. У нас уже у хилов с постаков по освобожденке до хирища, чтобы это все отхилить. Я сдохла от этого. Тоже долбоёб. Чё за каста, блядь? Увеличивается, тут уже новая, блин, приходит. Да, только заканчивается освобожденка, и тут сверху новое идет. Давай, масрес, вар. Шкаф. Четыре, наверное, получше будет. Да. Кав, дай. Стой, дымок. Да серьезно? Вот кто это был? Вот кто оттуда? Да домок это, блядь. Шам. Сука, пиздец, нахуй. Ой, идите в жопу, короче. Вы точно конченые придурки. Блин, что за слова? Бля, нахуй вы побежали с этих ебаных ступенек вниз? Натуре конченые, блядь. Разогреваемся перед ОКХМ, ребят. Все нормально. Кто ты по жизни, блядь? Вот почему я не хожу в Пугарейта. Это пиздец. Сейчас паровозик 100% где-нибудь сдохнет. Он это умеет, я уже обратила внимание.
чух-чух. Жмите на сумон. У него звание в гильдии, видите, так что ему похуй. Какое у него звание, ну-ка? Ой, один сдался. Да? Кто сдался? Вон кто-то охнулся уже. Хан. Да подожди, может там... Манить? Давай я возьму мага, Скордж Файр маг. Он ты даст точно? Синдрея 1010 точно, это минимум. А, это адмирал, что ли? Парада, что ли? Ставлю Джифса, кому надо. Адмирал, это ты на шамане? Да, проверка. Нет, у меня ДБН. Я вообще без него. Да я ему кинул приглас, он же сидел, ждал. Еще с профа. Опять ты адмирал, ракушка. Это у нас 15 минут. Еще какая-нибудь хуйня начнет спрейдить спать. 15, еще 5. 10 минут надо, чтобы успокаивать после игры. Мы типа лично не убьем, да? Уже, скорее всего, нет. Вот бага издевается, посмотрите в гильчат. Урод. Да дай мут всем, пиздец. Ну тогда будьте любезны, замолчите свой рот, блядь. Вот, как будете пулить, скажи, я настакаю тут. Поехали. А этот маг в дискорде? Да не, он только зашел. Да знает он тактику. Нормально. СС-ы. Я сам не пизди. Сакру отдам. Да, мастер раунд. Да, мастер раунд. Не кикай в бою. О, смотри, паровозик чуть не взял. В центре вдвоем не жмитесь. Yeah.
Ребята, освободим. Беги, малышка, беги! Че ты Павару прям вообще ваншоты прилетает? Лок, ты заебал. Хотя бы один пропусти, пожалуйста. Они по очереди. Бангер, давай твою очередь. Да-да. Мастера урдам на это, на этой притяжке. О-о-о-о! Я же говорю, я же знаю. Беги, малышка! А, почему через... Блять! Нет, нет, я в колбе был. Да, забрал. Да, есть. Есть, есть. Я не успела скинуть, дайте глыбу какую-нибудь. Нет, ее нету просто. Нет, нет, нет. Вот сейчас есть. Каплю отдам сейчас метку. Я умру. Я умру. Хрен тебя, ты не умрешь. Хилят. Настрою. Настрой. Забрал. Банин. Кирилл, вы не справились. Меня шотнуло. Попробуйте босса зергнуть. Быстрее. Да добьем. Да нахуй звездочку в сторону, сейчас добьем. Быстрее. Да все нормально. Пойдет.
Ебучий случай, блядь. Осколок, осколок. Ой, видишь, а ты говоришь, не захилим, все захилим. Правда, отдали в жертву нескольких. Все, да. Да. Погоди, не надо. Кресните, пожалуйста. Да, сейчас я мастрец дам в этих придурков. Плюс. Время слиться, да? Плюс, плюс поставить. Смотрите по луту, пожалуйста. Судя по тому, что люди там некоторые пошли не к порталу, а побежали пешком, не в курсе даже, где лич находится. Всем привет. А что, есть место на лича? Вы действительно добрались? Я. О, Войт, возьмешь меня локом? Бой, трилогнись. Конечно, я с вами закрывал его, как минимум, на ту лигу. Войт, я не знал. Сливается коника. Коника, на твоей совести, я без тебя не пойду вот так вот. А мне, кстати, в ДД или в хиле? Да-да. В смысле в ДД? А чё тут пилить? А, ну окей. Да нет, вот нормально всё будет с прохилом, это правда. Вы там просто между собой втроём определитесь, кто на танках, а двое на рейде были, чтобы и всё. Чтобы просто вы там по очереди не пытались хилить и тех, и тех. Я вообще частицу на себя даю, хилю рейд. Просто ты эгоист. Давай печеньки делись. Нет. У меня мало. Жадный вообще. Что с тела? Наверное, я имею в виду то, что ты постоянно говоришь. Про то, что кто-то там не русский. Зачем ты добираешь? Давай так же убьем. Типа меньше народу, блядь, да. Меньше будет, блядь, быстрее убьем. Не то, что быстрее, блядь, хоть нахуй. Да, мы нормально. Же убивали Войт в 24 часа. Войт, открой, пожалуйста. Этот. Ничевский добавим. Проверить. Если нас хватит света, лич встал. Ниже пролистай. Еще рыбу ешьте. А, самый низ, там где метки подписаны. Во-во-во, видишь, вот они меточки. На кого какие стоят? Выше-выше. Я от кого-то слышал, что они починили прыжки на лече. Это правда? Прыжки? Ну из-за сквернения. Знает. Типа, что можно выпрыгивать? Да. Я не слышал, что выходит. Я слышал, что Джайну закрыли. Может, из-за этого? На сколько суток закрыли? На неопределенный срок. Надо разбирать эту победу. Не-не-не, гильдии там уже ходили, она не запускается вообще. Что будет? Разбегаются люди или как? Че? Просто потом захилят. Просто, блять, я был в гильдии, но они травят ее до сих пор, лича этого ебаного. И они. Возможно, у меня. Вот тот спросил про оскорнение, можешь его сразу кикать нахуй срывает. Линканите дис еще раз, пожалуйста. Я линкану сейчас. Обычно. Я тут все шарю, все нормально.
Сомневаюсь, но попробую. Я тоже сомневаюсь, но я попробую. Да не троллят, я могу подиспелить ретрик 8 Pro. Могу подиспелить. Троллят, они смогут, все смогут. Я проанонсу, кого диспелить, если ему сложно, это вот все. Да-да-да, все-все есть. Это Мазер, он курить пошел, 2 минуты писал. Не нехуй, Хексин. Do you understand? Будет ноху. Или неху, как там у него. Да, блядь. Мне он вчера какой-то тип пишет. Привет, красавица, не хочешь познакомиться? Да ладно. Надо было сказать. Я ему сразу пишу, да, я говорю, я тебя хочу детей. Давай пулять. Про комнату шесть? Это обычка. Это обычка. Да, обычка. Расскажи быстрее, что там в комнате надо делать. Убить или сбить? Блять, это обычка. Убить или сбить каз в комнате? Если вы хил, вы должны захилить союзника. Если вы ДД, вы должны убить этого моба и сбить каст. Там он. Но у хилам тоже надо сбивать каст. Всем надо. Там уже сбор на око, ребят, давайте. Я оставлю тебя, чтобы ты увидел финал. Не могу пропустить, чтобы величайший служитель света пропустил прохождение моего мира. Паладин. Вниз.
Угу. Захил, захил, Биг Бабла, Лока, ну быстрее. Станьте все под плащ. Казума захил. Рогу, Биг Бабла, Бара. Захилим, просто у нас три хулю паладин. Каст пройдет, прыгай. Да, да. Они кастовать не успевают. А все, снова кому? Казуму дай. Сквернение 5. Сука, блять, руинер ебаный. А ты не сказал то, что будет осквернение, он и побежал бить людей. А свои глаза? Зачем? У меня РТ. Дурачок, чё? Я любая, у меня РТ.
У всех РТ. У всех РТ. Вот хороший трай засрал. Вообще, блять. Идем, не знаю, похуй. Давай после РТ убьем или че, а че нет? Ну, после РТ давай. Попробуем после РТ. Ну, сейчас посмотрим. Если что, можно там паролить? Что там? Шмот-то хоть, если расход. Вы, кстати, на РТ-то поторопитесь. Тут народа нет, сейчас будет. Все, он только собирает. Он уже 8 минут собирает. Да, идем, идем. Разрулим и идем. Ладно, всем спасибо, сорян, что вас заебланил. Ну, бывает. А че не сегодня? Давай сегодня, Люсь. Сегодня, может, даже Лёха поможет. О, подождите, стойте, ноги сейчас, да, сносило? Секунду. Заебись. Ну, это автолута мне. Единица победы. Забирай. Забирай, у меня все равно это немножко герлёв. Ну, если есть, есть, можно. Спасибо. Так, так. Так, подожди, иду, я иду к тебе. Что-то я выиграл почему-то. Нет. Так, а у нас же все закрыто. У нас и вправду око, да? Где? Да, все закрыто вроде. Туда я лечу в око. Там пафы каша. Еще докашная печенька есть? Вот вдвоем надо в Войтере лобаться. Не, если вас забагалось, то это у двоих. Нет, именно с определенным персонажем. Уступите вот щит, пожалуйста. Уступите щит, пожалуйста, паладин, который выиграл. Нужен очень. Да, я прошу. Асян Про просит Вулина. Уступишь, нет? Спасибо. На оф. Тут все на оф роли. Ты прям как бежит, нашим. Большой с ценами на сопроты нахуй. 250 голды, ебать. А знаешь почему? Травы нету никакой. Так весна же, блядь. Нет трав. Весна. Нет, дома ребята сидят из-за того, что вирус вот этот. И народу много летает, травы вообще нету. Так она наоборот должно быть дешевле, блядь. Фармится. Ее нету. Нету травы самой. В смысле фармит. Она появляется очень редко. Прям кто знает, что такое кошмарник. Вот трава на сопроты стала такая же, как кошмарник. Очень-очень редкая трава. Под тобой. Да, я за три часа, за три часа собираю, грубо говоря, полстака. Это один вид травы.
Я надеюсь, Настюха сегодня будет. Я ей писала, что она нужна. Синдрей Клыка выпал? Да. Хуяся. На. Мне очень нужен танк. Ну, Хейден говорит. Нет, я же писал, что руль на танк. Это просили как вот. Чего? Какой нет, у тебя ник еще раз? Хейден. Сейчас скажу, погоди. Мне три человека написал. Давай мне нахуй, я весь инстанс. Да, он писал. Писал. У меня скрин есть. Ребята, про нас будет сегодня вечером или завтра? Благодарствую. Следи за чатом, может, и сегодня будет после 9. Ближе. А, ну тогда завтра, после обеда. Хорошо, ребят. Спасибо за рейд. Ну, спасибо. Ребята, вы сейчас типа в ОКО идете, да? ХМ.